испанский бой. Чем он отличается от обычного боя и что делает его испанским? Какие приемы здесь используются? Вот разновидности. Ну, и сам, значит, технический момент, как мы будем все это дело играть. Итак, начнем с того, что я покажу в левой руке. Мы будем использовать 4 аккорда, которые у нас будут являться вот этой основой, на которой мы будем играть. Итак, это будет аккорд на 5-м ладу. Это будет баре с 5-го лада. Значит, указательным пальцем мы зажмем на 5-м ладу все 6 струн. Далее мы зажмем 3-м пальцем 5-ю струну на 7-м ладу. И мизинцем мы зажмем 4-ю струну тоже на 7-м ладу. Вот так вот баре. Для минор АМ. Первый аккорд, который мы будем играть. Далее мы пойдем, у нас будет второй аккорд с 3-го лада, тоже баре. Потом я покажу вариант без баре, вначале с баре. Итак, мы на 3-м ладу, второй аккорд. На 3-м ладу мы зажмем указательным пальцем все 6 струн. Потом мы зажмем на следующем ладу, на 4-м, 3-ю струну вторым пальцем. Далее мы зажмем 5-ю струну на 5-м ладу, 3-м пальцем. И 4-ю струну на 5-м ладу тоже мы зажмем, значит, мизинцем. То есть на 5-м ладу у нас получилось 2 струны. Это 5-я, 4-я и 3-я у нас получилось на 4-й. Вот это второй аккорд. Далее мы, ничего не меняя, в левой руке аппликатуру, я имею в виду пальцы, струны, мы просто передвигаем их на 1-й лад. Вот это будет 3-й аккорд, называться будет F. Итак, значит, вот этот у нас был аккорд G, следующий 3-й аккорд. Это аккорд F. Итак, еще разок. Сначала первый аккорд ля минор, АМ, с 5-го лада баре. Второй аккорд это баре с 3-го лада, G. 3-й аккорд это баре с 1-го лада, F. И 4-й аккорд, последний, это аккорд E. Ну, здесь, как обычно, мы зажали указательным 3-ю на 1-м ладу, дали 5-ю на 2-м. И 4-ю на 2-м. Вот такой аккорд. Итак, все 4 аккорда. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Ну, как 5-й аккорд можно использовать. Я уже в одном из видео, по-моему, показывал. Значит, Е мы просто сдвинули вправо на лад. То есть получилось, что не с 1-го зажимаем, а со 2-го лада. Аппликатура то же самое, то есть тоже Е, только со 2-го лада. Итак, это была левая рука. Значит, на этих аккордах мы будем с вами работать вот над этим боем. Итак, что же такое испанский бой? Почему он испанский? Вот. Ну, испанским его делает такой приемчик, который называется веер. Веер, как угодно. В общем, веер. Почему веер и что это? Вот. То есть, это удар вниз пальцами правой руки. Значит, когда мы ударяем пальцами правой руки вниз, мы делаем вот такое движение. Это обычный удар вниз пальцами правой руки. Вот. А веер, что такое веер? Это когда мы ударяем вниз пальцами правой руки, но мы делаем вот такое вот движение. То есть поочередное распускание пальцев. Вот. Я вам советую начинать, ну, не то чтобы с мизинца. Давайте попробуем с 3-го пальца. То есть сначала у нас выходит 3-й, потом 2-й, потом 1-й. Вот такое вот движение. То есть движение вниз, и одновременно мы делаем... Кстати, это естественное движение для правой руки, для руки вообще. Я думаю, оно не составит вам труда сделать. Значит, вот такой вот момент. Вот вниз идем, и у нас пальцы поочередно вот так распускаются, как веером. Поэтому и называется веер. Вот, собственно, все. Вот что испанский бой делает испанским. Никаких секретов абсолютно. Я думаю, у вас получится. Здесь ничего особенного нет. Вы можете попробовать с мизинца, можете. Я советую с 3-го пальца. Вот. Итак, еще разок. Значит, зажимаем на 5-м ладу аккорд. И делаем вот такое вот движение. И еще вдогонку можете большой палец тоже вниз сыграть. Итак, сначала у нас играет, если медленно показывать, то третий, второй, значит, указательный и большой.
понятно насчет веера? Еще разок. Вот оно, это движение. Вот. Кисть движется вниз, и одновременно с этим у нас пальцами вот такое вот движение. То есть мы не просто вниз играем ровно, а как бы вот так вот распускаем, перебираем пальцами. Движение веером. Итак, значит, еще разок покажу вам сам рисунок. То есть теперь не одно вот это движение веером, а полностью весь рисунок, который мы здесь задействуем. Значит, итак, это будет вниз. Итак, еще разок. Вниз, потом веер вниз, большим пальцем вверх, вверх, вниз, вверх. Вот такой вот рисуночек. Вниз, вверх. Еще вы здесь заметили, когда я делаю веер вниз, у меня еще большой палец одновременно идет вверх. Значит, вот так. Но это не обязательно. Самое главное вам сыграть веер. Большим пальцем потом займемся. Итак, еще разок. Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, веер, вверх, вверх, вниз, вверх. Так, вниз, вверх, вверх, вверх большим пальцем, вниз, вверх. Вот. Ну, вверх я всегда играю большим пальцем. Вот, что я вам советую. Итак, еще раз. Вот такой вот рисуночек. И теперь мы пойдем по этим аккордам, значит. Поехали. Значит, я играю большим пальцем вверх и веер. И чередуется вверх большим, веер вниз, вверх большим. Просто это очень быстро. Итак, таким образом, чередуя удары. Обычные, классические, которые мы в бою используем на гитаре, это удары вниз-вверх. И третий мы добавляем ударом вниз-вверх. Вот это и будет испанский удар, мы его можем даже так назвать. Вот. Но я думаю, назвать можно все, что угодно и как угодно. Вот. Поэтому не стоит особо сосредотачивать внимание на том, что и как назвать. Главное, как это уметь. Согласитесь? Вот. И совсем не важно, как я, например, это назову в своих видео, или кто-то еще, может быть, до этого как-то что-то назвал. Вот. Итак, вот у нас будет условное название, это веер вниз, то есть это испанский удар. Можно так, вот, для, или испанский штрих, как угодно. Вот. Итак, еще разок, мы выяснили, что для того, чтобы бой стал испанским, нужно применить вот такой вот приемчик.